какая дорога? А? Дорога какая? Дорога какая нахуй? О, бля. Это было прям позади тебя. Я тебя прям пляпуду. Без шуток вообще. Двигались сами стулья, столы. Не, извини, друг, я, конечно, я вот два раза хотел слинять уже. Ну, понимал, что не надо, и надо хотел дождаться, посмотреть, что происходит. Но когда последний раз был, крайний этот, да, я понял, что, блядь, стоять уже не стоит. Когда дверь, блядь, открылась, это тогда был пиздец. Да ну нахер, блядь! В общем, у нас сегодня будет три человека. Денис с канала Dark Host. И Николай. Всем привет! Он сегодня наши колеса, а также наша подмога на съемках. И едем мы в заброшенный лагерь, друзья мои. Будем надеяться, что мы там ни разу не были, сразу хотим сказать, поэтому мы понятия не имеем, что там будет и с чем мы будем там иметь дело. А настрой у нас, да, реально боевой. Да, блядь! Да я в жару! Скорее всего, может, это относится к лагерю. Вот это все, вот это как бы ограждение. Ну, надо сейчас так проехать. А да, проедем, Андрюх, вот так вот. Смотри, вот так проедем, как раз мы будем видеть туда и здесь, слева, что. Так вот, смотри, это лесоучасток. А. Это здесь зеленый город, что-то типа того. Мы вообще в самой жопе на самом деле. Понимаю, если туда не... ехать, ну блядь, доедем и не доедем, хрен его знает. Тупик что ли? Ёкараный баб. А, нет, нет, нормально. Объезжаем. Там же вроде должна была быть дорога, по идее. Ну, по крайней мере, схема спутника показывала там. Да, она показывала, да, но почему-то она указывала-то дальше на поворот. Понимаешь? И сюда, а церквушка там что? Ну там от церквушки поворот, он ближе к тому месту, куда мы должны были ехать. Ну так-то оно нормально, а если мы туда. Если мы туда попадем. Может и правда это был тот самый лагерь? А может нам проехать в лес еще? Ну там, понимаешь, там шаги были, там кто-то ходил. Может нам проехать просто в лес туда? Чуть подальше посмотреть. Потому что тут мы прошли. Сейчас мы идем в заброшенный лагерь. А, легенда такая, то, что этот лагерь часто горел. Охранники, которые здесь работали, рассказывали то, что они сталкивались здесь с паранормальным явлением. Двигались сами стулья, столы. Тут очень-очень большой комплекс. Он весь заброшен. Направляемся туда, через лес, чтобы выяснить, на самом деле ли там что-то паранормальное или нет. Нам сюда не надо.
Охуеть! Это было там, позади тебя, между прочим. Нет, это было позади тебя, чувак. Я тебе... Это было прям позади тебя. Я тебя прям пляпаду. Без шуток вообще. Почему ты рисуешь? Почему ты трясешься? Кто здесь? Что бы ты сделал? Это было прямо здесь, в глубине. Я тебе говорю, это за твои страницы. Так, пацаны. Пацаны. Ну это четкие такие звуки были, реальные. В смысле, так в том-то и дело, что вот ты заходил, мы услышали, потом мы сюда пошли, оттуда долбануло. Да. Это, походу, актовый зал, да? А он бассейн там. Бассейн он, да. Или нет? Бассейн? Я не знаю. Возможно. А нет, нет. Видишь, горело все. Да. Вот, друзья, как я вам рассказывал, здесь часто случались пожары. Нам делать нечего.
Да они тут и будут. Главное, что их здесь нет. Я хочу поговорить с хозяином этого места. Пожалуйста, выйди на связь. Так, смотрим. Я хочу поговорить с хозяином этого места. Пожалуйста, выйди на связь. Еще разок. Я хочу поговорить с хозяином этого места. Бля, буду пленка абсолютно пустая. Любой присутствующий здесь дух, пожалуйста, поговори с нами. Какого хера, друзья мои? Два варианта. Что за голос? Я вот туда. И куда делся мой голос? Я, короче, предлагаю здесь закончить. И все-таки поискать этот гребаный бассейн. Раз, два, три, правильно? Лишнего здесь не было, правильно?
Все, вот тут, наверное, Виталий. Был? Хуй не видеть. Да, мы сами. Пушки. Правые. То есть с нами вообще? Он для меня этим пистолетом покидать. Пойдем сюда. Хозяин этого места. Пожалуйста, поговори с нами. Тише, парень, не ходите. Чем? Какого зуя здесь происходит? Дверь закрылась. Да. Прямо. Как это, мать его, происходит? Чего? Пойдем проверим. Пошли проверять. Пойдем, пойдем. Это ненормально, пацаны. Это не наши двери, ребят. Это прям конкретно не наши двери. Это что-то другое. Я тоже кто-то, я охуенный. Да, сейчас, в общем-то, дойдем в тот корпус, да? Да, да, давайте сейчас финалом просто постучим в чашу. Да. Посмотрим, что надо. Идем в актовый зал. Там сначала подумал, что это медведь. Какой медведь? Я, что ли? Не, ну звук, да. Помнишь, поначалу был одинарный звук? Ну, да. Это первые и вторые звуки были одинарные. Первый и второй звук, да. Такой бам-бам получился. Да, да. Ну, я вот в этом актовом зале надо проверить полностью. Посмотреть, сейчас Сашу. Ну, да, надо посмотреть. Ну, просто интересно, что там может быть. Бабайки. Бабайки, да. Андрей, я тебя отключаю, я здесь.
посидел, мне такое ощущение. Фу, бля. Короче, мои эмоции таковы. Как бы адреналин это адреналин, а страх с адреналином это совсем другое. И это необъяснимо. Ты понимаешь, как будто ты всегда находишься в чем-то в таком, что ты не можешь избежать. И понимаешь, что тебя что-то сейчас будет где-то ждать. Но даже растерянный. Не то, что лабиринт, а просто растерянный. У меня к тебе просьба. А. Расскажи подписчикам, стоит ли рваться на заброшке. Вот, чисто так вот. Вот представь, у нас было трое, а если бы ты был один? Не, ребята, вот нас трое, я испытываю тревожное состояние, я скажу честно. Сейчас, может быть, то, что в адреналине, я не понимаю этого такого. Но я знаю, что если приду в машину, я буду, мне кажется, ехать и молчать просто. Потому что и все, многие очень просятся, возьми меня, поверьте мне. Это на словах тогда. А когда ты находишься вживую, в темноте, в здании, не в здании, и понимаешь, что смотришь на людей, которые стоят с тобой рядом, ничего не делая, и слышишь какие-то звуки, вот это уже совсем другая история. И испытывать это очень страшно, скажу. Ну, честно, как бы не, я не то, что это что-то боюсь там, ну, как бы у нас должна быть безопасность как бы в организме, но вот это неописуемо, короче, я вам честно скажу. Я вам еще выскажусь в машине. Вот именно по этой причине я не особо горю желанием брать с собой подписчиков. Подожди, а мы тут разве не пройдем? А, мы тут пройдем, я думаю. Мы пройдем? Пошли. Ну что, ребят, настал пик истины. Мы вернулись сюда, и сейчас мы попробуем пообщаться с этим нечто при помощи чаши. Мне очково на самом деле. Я трясусь, я не знаю. Вы... Стабилизация у камеры, хорошо, что есть? Хорошо, давайте. Так. Давай. Хозяин этого места, я прошу тебя, дай нам знак. Хозяин этого места, приди на зов. Здесь кто-нибудь есть? Прошу, ответь нам. Дай какой-нибудь знак. Да ну нафиг, парни, уходи! Да ну нафиг, парни, уходи, блядь! Аккуратней, Андрюха! Бля, чё ты въебался, сука? Нахуй, я ебал! Блядь, я в ахуе, у меня ноги вообще замёрзли, пиздец, брат. Куда бежать-то, блядь? Ого, всё. Пацаны, какая дорога? А? Дорога какая? Дорога какая, нахуй? О, бля. Быстрее, блядь. Я, сука, по-моему, я...
Этот дрянь что за нами следит, что ли? Подожди. Пацаны, вы шутите? Ну я какую-то хуйню видел. Мы сейчас уходим. Я больше не пойду никуда. Парни. Андрей, извини. А! А почему мы видим только одну пару ног, а не три? Пацаны. Не, в натуре мы неправильно идем. Да. Мы неправильно идем. Разве? Ну, пойдем сейчас прямо, все равно мы выйдем сюда. Пойдем. Допросили знаков? Я так, братан, вообще никогда не... Я никогда не... Именно в том городе. Вот где все вот это... Бег был. Вот эти стуки поначалу одинарно были. Бах-бах-бах. Потом все больше это... Больше-больше-больше. А потом вообще это... Кто-то пробежал. Это необъяснимый страх. То есть ты боишься того, что ты не понимаешь, что происходит. Стекло какое-то там или что там упало, я вообще не понял, когда проходил за моей спиной. А никого нет, и следов-то нету, понимаете? Потому что все входы, которые есть, где мы не проходили, следов только наши следы. Блядь, ты... Печалит то, что мы убежали оттуда прям очень быстро. Не, извини, Андрюх, я, конечно, я вот два раза хотел слинять уже. Ну, понимал, что не надо, и надо хотел дождаться, смотреть, что происходит. Но когда последний раз был, крайний вот этот, да, я понял, что, блядь, стоять уже не стоит. Когда дверь, блядь, открылась, это тогда был пиздец. Я тебе сказал условия какие. Поэтому, знаешь, весь полностью снаряжусь со всей, что можно. Блядь, бронежилеты, каски, нахуй, все, блядь, поставлю, блядь. И тогда, да, там, пистолеты, автоматы, нам. Мне еще, знаете, что, вот честно сказать, вот я вот, пацаны, вот, я, конечно, понимаю вас, что вы отморожены полностью, да. Но мне больше всех интересно, вот не дай бог, да, что-то выходит или как-то что-то происходит, объясните мне, как защитить себя чем? Пистолетом? Нет. Бегством. То, что мы недавно делали? Да, да, ноги. Быстрые ноги, пи***ы, не боятся. Нет, вот реально, ты же понимаешь, что у тебя система твоего страха внутреннего, как бы и понимаешь это явление, что происходит реально, это есть. И ты начинаешь переживать, то что если что-то выйдет, как чем, вот как это все сделать. Даже вот, ну ладно, на улице там, ты понимаешь, что там какой-то кипиш там или что, ты можешь сесть себя там кулаками или чем-то, ну да, убежать. Но ты когда находишься в какой-то заброшке, ты ни разу здесь не был. И вот пугающее состояние в адреналине, куда что бежать. Первое время, да, ладно, хорошо, я хотел вот это первое время сэкономить. Но я тебя стоял, ждал, я понимал, что, блядь, я же не убегу никуда. С пацанами, конечно, не обессудьте, но больше я не пойду никуда. Максимум довезу, блядь, постою, что-то, да, блядь, вылечу. Но так я ходить больше не буду. Я посмотрел, послушал и понял, что это реально пи***ц какой-то вам. Прям полноценно, блядь. Когда я смотрел в ролики раньше, и смотрел, да, блядь, хотел самому там походить, посмотреть. Думал, что, а потом думал, что это, блядь, какая-то игра там или что-то такое, блядь. Ну, мало ли что. Я даже, представляешь, у меня замерзли ноги, руки. Но после всего происходящего они так резко согрелись. Спасибо большое, Господи, что мы едем домой. Спокойно, здорово, живы, здорово. Все, блядь, до свидания, нам, до свидания всем. Я, что...